синельная проволока серебристого цвета, слаживаю напополам. Где-то оставляю вот такую вот капельку. И перекручиваю, чтобы она хорошо держалась. Отступаю немножко. И делаю еще одну капельку. Перекручиваю. И также следующую. И последнюю. Оставляю немножко и перекручиваю. Вот такую сделали мы корону. Теперь кусочек фатина 47-48 сантиметров. Просто здесь загнулся. Вот. И здесь где-то 25 сантиметров ширина. Этот фатин я собираю на ниточку улиточкой. И здесь делаю вот такую форму присобранную, то есть как бы прям хорошо присобранную, ну где-то так вот сантиметра полтора или два остается, а все остальное будут волночки. Ну и теперь закреплю и обрежу ниточку. Так, ложу сюда эту накидочку, сделанное нами вот такое украшение, это типа короны. Оно у нас будет служить для того, я вот сейчас между ушками мышки вставлю эту корону, вернее вот эту среднюю часть, я ее расширю, а вот эти части, две передние, как бы, останется здесь. То есть она вот таким образом, сейчас покажу, таким образом эта корона будет держаться на голове. То есть вот это будет служить украшением, а одна часть, которая пойдет назад, на ней будет держаться вот накидочка из фатина. Ее можно подшить, можно не подшивать, это в зависимости от того, как вы хотите потом снимать или одевать. Вот. Вот так у нас получилось. Лаком. Теперь наш бантик я прикреплю к платьицу. И посмотрим, где его, вот в каком месте лучше прикрепить, чтобы было видно. Сейчас я покажу, пока посмотрю сама. Ну, где-то вот здесь, чуть так, чтобы под воротничком было его видно. Я его сейчас подошью. Ну, можно подшить, можно подклеить. Вот, как кому удобно. А я сейчас подошью с обратной стороны. Теперь
Сейчас приближу немножко камеру. Теперь немножко сделать завершенный вид. Я все-таки хочу здесь пришить бусинку. Я ее пришью к нашей накидочке, то есть если ее нужно будет снять, то есть она снимется с накидочкой. Я беру бусинку. Вот. В центре где-то накидочки. Я ее здесь закрепляю. И можно обрезать. Прилаживаем. Опять здесь у меня есть изнанка, потому что блестиночки. Прилаживаем опять, и опять я смотрю, вот как будет смотреться. Ну, смотрится очень достойно и по-королевски. Ну вот, получилось, по-моему, интересно. Мы одели нашу мышку в нарядный новогодний костюм Снежной королевы. То есть она превратилась в Снежную королеву. Если вам понравился этот мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного. До свидания, до новых встреч. И мой девиз: изменим мир к лучшему.